Спасибо огромное Ивану и Саре. За то, что у них такие отзывчивые друзья, любопытные. Очень рад поправить себя и начать.
и можно назвать, наверное, приворотный метод. Вот там вот лесок такой, а над леском такой черный ветер. А у нас девушка вот замуж пора выдавать, ну, наверное, брюнета сюда несет. Что-нибудь поиграть? Да. Бери вот тут любую понравившуюся штучку. Да, будем играть. Вот, тряси как следует. Без проблем. Вот тоже. Ты будешь? Давай. Бери. Ты не можешь? Что еще? Танцевать. Танцевать можно, да. Танцуй прямо вот это так берешь. Или колокольчик. Да, можно вот это. Школу, пора. Ну, следующая песня, как постоянно с Вема надо было начинать. Да. Собрались, давайте закурим. Раз уж все вместе, давайте друг другу интересную историю расскажем. Thank you.
медленный танец. Да? Да? Отлично. В общем, вот эта песня единственная, которая пришла ко мне из уст в уста, что называется. То есть, моя бабушка, она прожила до 93 лет. У них, ее окружение, традиции, ну, была традиция, они собирались на застолье и пели. И вот, в общем, бабушка очень часто исполняла эту песню. Сколько ей лет, непонятно. Вероятно, очень старая. Перевод ей такой. Если бы не было этого вечного синего неба, где бы тогда солнышко гуляло, если бы не было наших предков, откуда мы тогда взялись? Прям японский фильм. Спасибо. Наши ушки. Thank you.
Участник легендарного состава группы ИХА. Сейчас у него сольные проекты. Он исполнит как это? Духовный стих. А, духовный стих. Русских староверов. В моей интерпретации. Духовные стихи, они с поколения в поколение передавались. Все истины. Другая песня.
Металл не ломается, человек из крепкого рода никогда не выпадет. Выступает.
Рада. Песня называется... «Ураган, моя родина». «Ураган, моя родина». Пожалуйста. А, сейчас, давай. Сейчас. У нас можно еще... Вода у нас для всех, поэтому не надо стесняться. Кому еще воды? Все? У всех, которым нужен вода? Это дебют, эксперимент. Эту песню мы отрепетировали буквально час назад. Сегодня, да. Тоже духовный стих. «Время радости» называется. Это человек, который надоела вся суета, ходит на природу, и он там
Коксе. Вы бывали в Коксе? Вы в Коксе? Нет, я вообще в Туве, из Тувы. Я понимаю. В Коксе там живу, не знаешь, чем я живу? Ну, там же вообще как бы деловодит. Разные, они когда все это развелись, как в Туве, в Черном Пасе, все по-разному выглядит. Икон не было, они сами понимали. Вопросы? С собой-то их возьмете дальше завтра на празднование девочек? Как бы сказала, фрекенбок непременно. Следующая песня. В общем, как-то в одном из интервью Далай-Ламу 14-го спросили, верите ли вы в чудеса? На что он сказал, ну, если у меня болит голова, я принимаю аспирин. А чудо, говорит, я действительно не видел, когда был маленький, я когда увидел в небе самолет. Тоже, говорит, было действительно чудо. Ну, в общем, да, наши предки тоже посмотрели в небо, настолько восхитились, что песню придумали. Но на крыльях самолета было написано «СССР». Песня так называется «СССР и самолет». Похоже, да? Одномоторный. Примерно так летел, но это казалось просто вообще бешеная скорость. Thank you.
так для наших монголов, как это же конь быстрый просто.